Порыв на тепловой сети в районе дома по Парижской коммуны 32 произошел накануне. Компенсатор не выдержал перепадов давления в трубах. Специалисты теплоэнерго быстро обнаружили место аварии и оперативно приступили к ремонту. Вот этот компенсатор сельфонный, он абсолютно нового образца, изготовлен на одном из лучших предприятий России, завод «Компенсатор» Санкт-Петербург. И сегодня мы видим вот эту неудачу. Дальнейшее разбирательство, то есть проверка его, осмотр, должны показать, в чем причина и почему он не выдержал. То ли технический дефект, то ли компенсатор некачественно приварили к трубе. Все это станет понятно после тщательного изучения поврежденного устройства. Сейчас самое главное – быстро устранить аварию на тепловой сети, ведь из-за нее отключили тепло и горячую воду в 17 многоквартирных домах и 3 объектах социального значения. Я думаю, что где-то к 18:00 эта работа будет закончена и начнется запуск отопления по третьему району. Мы сделаем перерасчет, естественно, как заведено, заактируем и сделаем перерасчет, поэтому вопросов не должно быть. В ходе ремонтных работ поврежденный компенсатор будет демонтирован и заменен на новый. Стоит добавить, что около 20 сельфонных компенсаторов санкт-петербургского производства стоят и на других тепловых сетях города. Но они работают исправно. Порыв на улице Парижской коммуны 32 – пока единственный случай. Елена Давыдова, Алексей Запутреев, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Соль ТВ».